Каждый пятый школьник в возрасте от 10 до 14 лет имеет аккаунт на госуслугах, сообщили в Минцифры. Всего на портале уже создано свыше 500 тысяч детских учетных записей, говорится в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Завести своим детям профиль на госуслугах может любой из родителей. Для этого необходимо ввести данные свидетельства о рождении и СНИЛС. После регистрации ребенок может пользоваться различными сервисами, например, электронным дневником или школьным портфолио, в котором можно узнать свой средний балл, оценки за контрольные работы и уровень посещаемости. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. 16 сентября в Самарской области пройдет ежегодный «Кросс нации», информирует в телеграм-канале Кировского района. Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Центральный старт пройдет в столице региона на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара-Арена». В программе соревнований забеги на дистанции 2, 4, 6, 8 и 12 километров среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Комиссия по допуску участников начала работать сегодня, 11 сентября.